Хлеб кирпичик – это самый популярный хлеб среди славян. Готовить очень просто и не занимает много времени. Вкуснее даже, чем магазинный. Попробуйте. Домашний хлеб всегда получается пышнее и вкуснее покупного. Преимущества домашнего хлебопечения так очевидны, что для тех, кто раз попробовал, не нуждается в доказательствах. Испеките простой на первый взгляд, но невероятно вкусный пшеничный хлеб-кирпичик. Это отличная альтернатива тостовым хлебам. Пшеничный хлеб идеально подойдет для приготовления бутербродов и сэндвичей. Кирпичик получается очень нежным, пористым и пышным. Список ингредиентов в конце видео. 1. В глубокой емкости смешайте муку, соль, сахар, дрожжи и теплую воду, замесите тесто. 2. Вымешивайте тесто в течение 15 минут, по необходимости добавляя муку, пока оно не будет прилипать к рукам. 3. Оставьте тесто на 1 час в теплом месте, увеличится в размере. 4. Выпекайте хлеб в прямоугольной форме при температуре 200 градусов в течение 20-30 минут. Приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Мука 500 грамм, соль 1 чайная ложка, сахар 1 чайная ложка, дрожжи 7 грамм, теплая вода 300 грамм, количество порций 8. Щелчок, клик, нажатие на лайк – это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Приятного аппетита, приходите еще!